нифига. Ну это слабенькая. О, вот это уже лучше. Да, но я, мне кажется, я самую мощную поставлю. Ну ты угадал, реально. Да-да-да, вот это супер вообще. Да. Всем привет, меня зовут Захар. Это мой CGT турбированный. Решил сделать на него выхлоп, потому что начал заниматься машиной, купил ее 1.5 года назад. Это 1.6 турбо, почти в полной комплектации, нету только ковшей и удержания полосы. Сделал антихром, поставил музыку, поменял какие-то запчасти, поставил более усиленные эти тормозные диски, другие колодки. И решил сделать выхлоп, потому что захотелось поинтереснее звука. А у моего друга такой же сид, серого цвета. Вот, он посоветовал приехать к вам, потому что я послушал, как звучит машина у него. Вот, и взял у него контакты, получается, вот, и сказали, что подъехать можно прямо сегодня. Давайте, приезжайте, ребят, ультравыход. У него еще на определенной передаче турбина интересно работает, она прям так отстреливает прикольно. Сейчас мы все в спорт переведем. Так что мальчик? Да, да, да. Коробку забыл в спорт переключить. Стоп, стоп, стоп. Сейчас надуем чуть-чуть. Йо, она даже, блин, стреляет, нифига. Интересно, что же на вот здесь есть. Сейчас налево. Хорошо. Блин, ну это вообще кайф, кайф. Я не ожидал, что так классно. Воу. Не, то, что нужно. То, что нужно. Вообще супер. Не, это сочно. Ты себе захотел, бро? Да пошел. Я очень доволен. Вот здесь камера есть. Как будто объехать даже бодрее стало, я не знаю. Да, вообще класс. Необычно так, необычно. У Димана, у которого сид серого цвета, у него чуть по-другому звук получился. У него как будто он такой более сдержанный, но басит тоже прикольно. Супер. Как Wangle B, расскажу. Ты молодой пацан, и ты покупаешь себе CGT. Я очень доволен. Вообще звук получился то, что мне нужно. Не сильно борщинул. Теперь слышу, что ну, машина реально может. Тем более мы прокатились вот с оператором. Он сказал, что вообще супер. Довольно динамично. Отдельный отзыв за то, что компания очень приятно относится к клиентам. Мне буквально, я не знаю, я утром позвонил часов в 10. 15 я приехал, мне за час все сделали, все очень быстро, в общем, все супер. Я очень доволен. Все, спасибо большое. Все, счастливо. Давай. Счастливо, ребят.